Қазақстан Республикасы жасасын. Ура! 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 Рахмет. 3000 молодых парней с солдатской выправкой – будущие защитники Отечества. На протяжении недели они проходили первый в своей жизни курс молодого бойца на военном полигоне «Октаз». Итог – безупречный показательный марш десятиклассников. Для старшеклассника 7-й школы эти сборы – возможность на себе испытать армейские будни и быт. Жантория Бегимбаев говорит, что знания, полученные на полигоне, пригодятся в дальнейшем при прохождении срочной воинской службы. Было нелегко в учебе. После полученного опыта здесь, на полигоне «Октаз», и благодаря наставлениям офицера воинской части 6506, я намерен пойти в ряды казахстанской армии. Под руководством офицерского состава воинской части 6506 старшеклассники отрабатывали тактическую подготовку, обучались стрельбе, военной топографии, строевой подготовке и изучали общевоинский устав. 7 дней школьников Шымкента привозили на полигон рано утром, а вечером развозили по домам на автобусах. Учебно-полевые сборы помогут старшеклассникам закрепить полученные теоретические знания в школе, на практике. Здесь, на полигоне, мы воспитываем в наших детях патриотизм, любовь к родине и подготавливаем будущих защитников Отечества к воинской службе. По окончанию учебно-полевых сборов отличившихся учеников городских школ и военруков поощрили дипломами. Бахром Абдуллаев, Мирбек Тулебаев, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».